случилось? Я тут Пашку уже с 7 утра караулю. Ничего себе. А зачем? Ну ты же знаешь, что Пашка мне уже 2 года нравится. Еще бы. Я узнала, что он переезжает в другой город. И сегодня последний день в школе. Понимаешь, это мой последний шанс признаться ему в любви. Если я не скажу сегодня, то не прощу себя до конца жизни. Ой, и я его спугнула. Ну извини, Лю. Придется как-то еще его караулить. И чтобы без свидетелей. Стой! Смотри! Хватит записки бросать. Решайте контрольную сами. Я свободна. На урок не опаздываю. Вера, последний урок. Мне нужно с ним остаться наедине и все сказать. Ну как же ты его вытащишь? Точно, ты его вытащи. Скажи, что нужно отойти, поговорить и выведи в коридор. А там я подойду, а ты уйдешь. А сама? Я стесняюсь. Ладно. Слушай, разговор есть. Пойдем выйдем в коридор. Ладно. Люда? Помоги, пожалуйста, раздать тетради с домашней работой. Вот и все. День прошел. Все напрасно. Люд, смотри, вон там Пашка идет. Ты успеешь его догнать? Бегу! Смотри на меня и делай, как я. Друзья, мы улыбаемся.